Певец Меловин забыл родной язык во время пресс-конференции, а всему виной принципиальная позиция Украины – общаться с журналистами лишь на МАВ. В сети появилось видео с пресс-конференции певца Меловин «Настоящее имя» Константин Бочаров, представляющего Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Не обошлось без конфуза. Во время разговора с журналистом артист забыл родной язык. Мне так много пишут. Несколько секунд паузы. Прим ред писем, сказал украинский исполнитель. Очевидно, артист забыл, как на украинском будет письмо. Тогда певец обратился за помощью к переводчику, сидящему рядом, он немедленно помог артисту, видео представил телеграм-канал Супер, отметим, что Меловин стал участником Евровидения после победы на национальном отборе он будет исполнять песню «Under the ladder». Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй – 10 мая. Финал запланирован на 12 мая. Россию на «Евровидении» представит певица Юлия Самойлова. Артистка выступит с песней «Won't Break», что переводится с английского «Я не сломаюсь». Эта песня обо мне, авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем рассказывала о своем номере певица. Согласно жеребьевке Самойлова выступит в первой половине второго полуфинала.